Здравствуйте, друзья! Всех приветствую на канале. Я сейчас в центре Алании. Собираюсь посмотреть, сходить в порт, посмотреть, что там ловится. Вот такой вид здесь, море не очень спокойное. Смотрите, какие волны. Рыбаков немного. Вот на поплавочек ловит. Посмотрим. Ловит на хлеб. Вот такой здесь кошак сидит и сокарчика ест потихоньку. Интересно, как он не колется этим сокаром, ведь сокар ядовитый. Колючки у него колючие, но я смотрю, этот кот его хряпает совершенно спокойно, даже удивительно, вместе с иголками. Кс-кс-кс. Трещит с удовольствием. Кот целиком проглотил этого сокара. Совершенно не затруднился. Так, вон два парня уходят. Батоны у них целые, значит, клёва нет. Другой рыбак говорит, парочка попалась сокаров, но больше тоже ничего. Вот видите, у них поплавочки, они ловят прямо здесь, в прибрежной зоне. Посмотрим, может, что-нибудь попадется. Итак, докладываю. Глубина у них выставлена 2,5 метра. И забрасывают они буквально вот метра 4 от берега. Удочка 5-метровая. Ловят на хлеб. Отсюда очень прикольный вид на крепость. Вон там портовые сооружения древние. Красная башня. Крепостные стены. Классно. Вот я думаю, может приехать сюда половить, попробовать. Пчелки вон бегают. 2 февраля. Ребят, смотрите, поймал. Сокара поймал. Кот ждет. Понравился ему сокар. Вот видите, тряпкой берет, чтобы не уколоться. Очень он щипается, сокарчик. Оп. Как же кот его будет доставать оттуда, непонятно. А он колючий такой. Кот явно знает, что это колючая рыба. Не знает кот, как его достать. Крадется. Ловкий. Так, берет одним коготком, так, чтобы сокар его не ужалил. Уж очень колючий. Свалился. Укололся кот. Трясет лапой, больно. Укололся. Да, сокар такой. Но сытно покушать тоже хочется, поэтому кот его не оставляет. Вот так, раз и все. Вот такой кошачий ролик получился, друзья. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте вопросы в комментариях. Увидимся.